Казанский федеральный с рабочим визитом посетила делегация Нотингемского университета. 10 мая проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов познакомил гостей с историей Казанского университета и провел встречу с сотрудниками департамента внешних связей. В ходе визита прошло посещение научно-образовательного центра, Института фундаментальной медицины и биологии и проведение переговоров с его руководством. Визит в Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого, а также экскурсия в деревню Универсиады. В пятницу 11 мая состоялось посещение Института физики и химического института имени Бутлерова. Стоит отметить, что цель визита заключается в ознакомлении с условиями пребывания и проживания иностранных студентов КФУ и программами по изучению русского языка и других гуманитарных дисциплин. Кроме того, представители членов делегации интересует организация студенческого обмена. К слову, один студент Нотингемского университета уже проходил обучение в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз.